Лагеря беженцев подключат к интернету. В этом Организация Объединенных Наций обещал помочь основатель Facebook. На форуме частного сектора в Нью-Йорке, организованном в рамках саммита устойчивого развития ООН, Марк Цукерберг заявил, что всемирная паутина необходима мигрантам. Они смогут получать поддержку и поддерживать контакт с семьями. В этом месяце Цукерберг возглавил рейтинг самых влиятельных людей планеты. Forbes оценивает его состояние в 41 миллиард 200 миллионов долларов. В наш век глобальное развитие и глобальная связь тесно взаимосвязаны. Если вы хотите помочь людям получать продовольствие, медицинскую помощь, образование и занятость в любой точке мира, нужно законнектить и весь мир. Интернет не должен принадлежать только 3 миллиардам человек, как сейчас.